Всім привіт! Вас вітає Україна, місто Київ. Конкретно район Троєщини. Дівчатки, мальчики, без 5:30. Я прийшла в парк. Точніше, як я прийшла? Я ще не прийшла, я йду. Осталось 5 минут. Ступа велик. Кстати, якщо вдруг ви не знали, я не вмію кататися на велосипеді. Пойдемте вместе. Так, зачем мы сюда пришли? Ну, потому что Юле заняться нечем. Скорее всего, что звук будет немного ветреный, потому что ветер. Вчера обещали 30% дождя. Сейчас очень хорошо тут парит. Идем с велодорожки. Зачем нам эти несчастные случаи? В общем, я иду. Если что, я наложу звук, наверное. Так, я иду на эту встречу. Мне надо пересечь весь парк. Покажу вам. Его отремонтировали. Наш ремонт этого парка был инициатирован. Инициаторами ремонта этого парка были жители района, за что им большое спасибо. Здесь было раньше просто вот такое озеро и высоковольтные провода. И, короче говоря, в общем, когда народу стало больше, уже отстраивается Троєщина, скажем так, многоэтажками эконом-класса, но это, ну, считается эконом-класс. Но на самом деле с уровнем старого фонда, ну как он старый, фонд конца 90-х, там 2000-х, видите эти панельки. Вот, поэтому, конечно, это эконом-класс. В общем, эконом-класс у нас захотел, чтобы у них был свой парк, и спасибо им за это. Они сами разработали проекты. У нас вон есть такая штучка, типа, сегодня плюс 30, кому сильно холодно, фу, жарко. В общем, они немного детей, и они выскаются. Поэтому могут быть звуки хаотичные. Вот. Все, мы прошли детей. Смотрите, у нас есть Ути. Покажу вам чик. Это затопило чуть-чуть. Как раз эти утки напротив детской площадки. Вот. Так, мы спешим. У нас есть 5 минут. Осталось 2. За 2 я так быстро не дойду. Сама опоздаю на вышивальную встречу. Хочу подчеркнуть, что это не встреча вышивальщиц, где мы будем рассматривать свои, свои рулоны. Нет, это когда вот так. Надеюсь, там видно. То есть это когда ты берешь свой. Но это просто круто. Я не могу это не снять. Вот так вот. Жизнь не останавливается. Клумба у нас тут новая. Там что-то еще аист летит, в общем. Я иду, улыбаюсь и тараторю вам, потому что, честно говоря, это моя вторая такая встреча. А вот. Я надеюсь, что людей будет, ну, столько, сколько будет. Должна прийти Люба, должна прийти Марина. А вот, Марина, она стала молодым блогером. Знаете, обычно поздравляют людей там, ну, женщин, молодых, типа, поздравляют, молодая мамочка, все такое. Это, конечно, странное сочетание, но тем не менее. А Марина у нас молодой блогер. Вот, конечно же, я уже все подписалась. О, тень, классно. Вы знаете, что самое интересное, когда ты идешь, разговариваешь с телефоном. Не все понимают, что происходит. Ну да. Так. В общем, тут у нас такая детская палатка. По-моему, это ЮНИСЕФ. Да, это ЮНИСЕФ. Для тех, кто не в Киеве живет. А, значит, детки там играют, развивающие игры. Им дают водичку там пить. Ну, такое, ничего сверхфантастичного, но когда такое большое, ну, такое солнце, то, конечно, все надо.
Так, мы подошли к нашему эконом-классу. Пропускаем водителей. Вот наш эконом-класс, весь запаркованный. Вот. Короче, не все понимают, ты или по телефону разговариваешь на видеосвязь, потому что интернет позволяет, или ты просто идешь, снимаешь видео. Поэтому вот так вот. Вперед вам немного покажу, потому что не будет видно. Здесь много лавочек. Сейчас жарко, никого нету на этой площадке. Сейчас мы посмотрим, если там будет солнце, там, где мы решили собраться, соберем всех. И может быть, что, конечно, бы я не хотела делать. Вот у нас есть еще такая беседка. Вот вы ее видите. Здесь у нас типа шахматные столы. Там по одному человеку друг напротив друга можно сидеть и вышивать. В принципе, стол есть, удобненько. А вот у нас не все так прям классно. Так. И вот мне звонит Люба, так что будем отключаться. Так, ветер поднимается. Нас уже трое. Я, Люба и Марина. Видите, девочки, ничего такого. Блин, ветер дует, туча, просто кошмар. Но по прогнозу дождя не должно быть. Ну, я планирую, девочки, серьезно вам говорю. Я планирую, что она здесь, эта туча, соберется, а потом куда-то улетит. Потому что нам надо вышивать. У нас вообще-то планы. Поэтому... А вот эконом-класс, который не достроили. И их уже не достроят. Строительство 90-х годов. Неправильно... технология закладки фундамента во всех домах. Фундамент дал трещину. И как раз из этого фрагмента вышло, типа, если жизнь дала трещину, надо уезжать жить на Троещину. Потому что Троещина считается самым большим спальным районом города Киева. На левом берегу, во всяком случае. И здесь аренда жилья дешевле, поскольку отсутствует метро от Политем. Вот. Строить нам предполагается, уже нам лет 20 обещают его тут построить, но нам, я вообще тут вообще через большую дорогу живу, а вот, поэтому, короче, вот так вот, люди обходятся общественным транспортом и маршрутками. Так вот у нас тут такой вот стиль. Так, я еще их не вижу, этих женщин моих. Ну, они должны быть на точке. Ну, раз Люба позвонила, что мы будем не доверять Любе, будем доверять. Вот, я вам попрошу девочек, если вдруг они мне разрешат, только с их личного разрешения, я попрошу у них снять, что же мы будем вышивать вместе. Я купила водички, стаканчики, ну, потому что жарко, а вот и гром. Ну, а что мы хотели? Мы не ищем легких путей. Нам нужен гром, нам нужен антураж, захватывающие воспоминания о нашей первой такой тройной встрече. Так, я вижу. Нет, это не они встали, а может быть они. Ну, в общем, девчонки, мальчишки, прогремел первый гром. Машин тут достаточно запарковано. Сейчас все люди будут бежать туда наверх к своим машинкам. Ничего. А у нас есть, между прочим, покажу вам. Вон, видите, настил какой? Поэтому мы защищены. Так что я отключаюсь. Ой. Мне потрындеть, конечно. Можно меня не кормить ничем, дай только потрындеть. Так, это... Знакомьтесь, у голубей новое погоняло, это финансисты. Ну, в смысле, они не какают, ты садишься или влазишь, и денег тебе прибавляется. Так, такое предисловие перед крестиками. Мой первый полукрестик, как же, надо с самого сложного начать. На улице, где не сильно удобно, где ты не привыкла. Вот, мы будем на финансистов наших надеяться.
что повышиваем тут с ними, и у нас сразу прибавится или наборов, или денег их купить, даже не знаю. Еще смотри, народ не сильно спешит убегать. Что-то три капли упало, и ничего потому больше что нет. Привычен. Я тебе говорила, она скучкуется и улетит. Ну правильно. Какаша. Она может повернуться и назад. Вот. Скучковалась наша тучка. И сейчас туда в конец трещины пусть поливает, да? А мы, пока мы тут, можно не поливать. Да. Люба вот свой мощный проект. Я бы сказала, это проект для врагов. Ну, в смысле, чтобы они... Слушай, я могла принести льва, который вот на такой раме, понимаешь? Ну, я попросила мужа отпилить лишние вот эти болты, у меня штыри самодельные. Он говорит, я пилю потом. Я уже перед выходом одета, я думаю, сейчас буду пилить или не пилить. А мне мама говорит, а что ты кальция берешь? Бери раму, давайте я по-крутому, со станком. Следующий раз. Сейчас я все в багажник тебе, любимая, погружу. Заеду за тобой через неделю. Да? Да. Так. А у тебя что это будет? Это будет иконка. Божья Матерь. Это ты лукаэсовская? Да. Такая. Превью, пожалуйста. Супер. Превью, ловите. Видите, молодой, но опытный блогер на опыте. Так, который там час? Ближе к 6, да? 19:19. О боже, 4 часа пролетели незаметно. Я вам покажу свои несчастные 250 крестиков. Это вот, вот и половина вот. Вот так покажу. Ну, что надо отметить, что встреча была хорошая. Я меньше всех вышла, но это и понятно. 40 лет, знаете, скорость уже не та. А когда ты помоложе, то вышиваешь крестики быстрее. Я об этом, к сожалению, не знала. Но сегодня мы узнаем все новое и новое, девочки и мальчики. Поэтому, кто не пришел на рукодельную вышивальную встречу, это ваши проблемы. Мы повышивали, поговорили, провели чудесное время. У нас был дождь, потом все высохло. К нам присматривалась охрана. Такие впечатления дома на диване, когда вы вышиваете, вы не получите никогда. Так что завидуйте нам, конечно, белой завистью желательно. Черный не надо, кому этот цвет нужен. Пусть будет на конве. В общем, я довольна. Не знаю, как вы, а мне все понравилось. Ну, вы не знаете, вы же не пришли.